Олег, они вообще свежие, смотри. Смотри, какие свежие. Что это за животное здесь может быть? Смотри. 2832 метра над уровнем моря. Это гора Чижитохох. Правда, она не категорийная, но меня удивляет то, что здесь на такой высоте что-то живет, и здесь, я не знаю, это тур, наверное, или же серна. Олег, что скажешь? Кто там живет? Что за животное здесь эти навозы свои оставляет? Серна. У серны столько навоза. Жалко, вид показать вам не получится. Облачно. Но здесь такие виды, такие красоты, панорамы. Лучше на меня посмотреть. На мое уродливое лицо посмотреть. Который месяц Рамадан, постящийся, поднялся на 2830 метров. Сейчас у меня обезвоживание в организме. Сейчас мы должны за 2 часа спуститься, чтобы я лег спать хотя бы до ифтара. Ну что, пойдем вниз?